Сережа, Сережа, не надо, о боже. Сережа из жопы моей полез. О боже, я так сильно пёрнул, что Сережа из жопы полез. О, сейчас посмотрим. Папа, иди сюда. Так, ну что тут? Боже, Батуа Продуктион, это такой, блядь, бред. Батуа Продуктион, боже, как блокбастер. У тебя стоит доступ по ссылке. Сделай, чтобы все видели. Друзья, всем привет. Сегодня вы посмотрите видео про нашего любимого и горячо уважаемого Глада Валакаса. Мы решили встретить людей на улице. Не началось, а я уже в кринжа погибаю. Знаете, это для этого человека редко показать им некоторые его фотографии, которые вы сейчас увидите, и спросить, какими чертами характера обладает этот человек. И дед, и пенис Детров. Желаю вам приятного просмотра. Привет, мы тут небольшой опрос проводим. Скажите, пожалуйста, вы знаете, кто это такой? Виталий. Брат, что по засветам? Виталий, а как фамилия у него? Влад Валакас. А вы знаете этого человека? Нет. Да, ну, стример, короче. Влад Валакас, да. Влад Валакас. Это герой, он управлял вертолетом, который был сбит. Я понял. Да, вроде знакомое лицо. А можешь попробовать вспомнить, кто это? Где-то я его видел. Нет. Влад Валакс. Привет, знаешь ли ты этого человека? Да, знаю, это Глад Валакс. Да, это мой папа. Глад Валакс или как его там? Ну да, Илья Кобзев. Илья Кобзев? Да. Точно? Угу. Нет. Да. Нет, не знаю. Знаю. Да. На таком лицо. Ну, честно, вот. А как его зовут? Не знаю. Не знаю. На лицо похоже на Сашу. Лицо похоже на Сашу? Да. Стример. Это как, на ГМ как-то начинается? Да, где-то я его в интернете видел. Какой-то самый уродливый человек в мире. Вот так вот его вроде называют. А какими чертами характера может обладать человек с таким лицом? Он усталый очень, но чертами характера. Усталый или отсталый, не пойму. Много работающий скорее. Обожает пиццу. Помню один инцидент в Доте, когда он свою дочку избил. Ну, то есть хороший человек, в принципе. Ну, в принципе, замечательный дед. Как будто зэк какой-то. Скоро на зону отправится. Положительными, только положительными. Добрый, явно. Добрые глаза. Явно добрый. Возможно, с психическими отклонениями. Мне тоже так кажется, может. Не понял, да. Плохими, да. А какими плохими? А я его знаю. Да, это. Мы в школьном туалете висел. Ну, глаза красивые, голубые. А черты характера? По внешности судить нельзя. Веселый. Да. Маньяк. Что по засветам? Серийный? Да, очень серийный. Я помню, вроде какой-то умный человек. Возможно, у него невысокий интеллект. Он очень... Ну, внешне он похож на обезьяну. У него большие уши, маленькая челюсть. Не думаю, что у него мозг большой. Передаем ему привет, он очень замечательная личность. Да, он очень веселый персонаж. Я бы хотел, чтобы он был моим отцом, на самом деле. Это было замечательно. Но он легенда. Думаю... Он красивый. Грубость. Он такой модный. Он грубый. Улыбается. Интеллектуальный. Нет, это у него этот. Добрый. Он сменит. Это не его настоящая физика. А хотите с ним поговорить сейчас? Конечно. Алло. Здорово, Валёк. 52? Здорово.
Как оно? Валера, привет. Тут ребята тебя узнали и хотят с тобой немножко поговорить. Да. Здравствуйте, Валерий. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела сейчас? Нормально, ребята. Сейчас вот с рыбалки приехал. Ага. А вы там как, а? Как у вас дела? Все нормально. 52. Не слышу. Кого? 52? Это второй. Стой, на рыбалке. А, рыбалка. Так он приехал с рыбалки. Так приехал же. Да, да. Пиво пить будем? Что делаете? Ёлочками, да, да, да. Но мы тут конкретно зависаем на лютом дрипе. А девочки есть, если я приеду? Это я. Девочки. Приезжай, есть девочки. Мы прям сейчас можем найти. Молодые, красивые, чтобы были московские, а ты тебе деду. Что капец просто. 52, я же сказал. С днем рождения. Реально? С днем рождения. С днем рождения. Желаю денег побольше, чтобы деньги были. И хуй стоял, да. Да. Как вас зовут, ребят? Меня Даня зовут. Владислав. Тёма Диплаут. Фоксис. Фоксис Диплаут и три шестерки. Наши никнеймы. Да. Чё? Даня, то же щит. Чё, Даня? Даня, Даня. Даня, щит. Даня, Даня, щит. Я понял. Даня, то же щит. Я понял, ребята. Счастья вам, здоровья, чтоб еще всегда стоял, как у меня был большой, красивый такой же. Ой-ой-ой, спасибо. Большое. Спасибо большое. Чтоб всё было прекрасно у вас. Бля, выруби крин. Найс! Да, подписчики. Скажите, а вот этого человека? Валера, нет, ты просто лучше. Столько лет держишь планку и растешь дальше. Уважаю тебя за то, что ты мастер. Какими чертами характера может обладать человек с таким лицом? Который строит у себя в гараже такие вещи, заслуживает многое. Мне кажется, он вор на самом деле. В законе при этом еще. Не в законе. Ну... Человек явно мега умный, потому что он парит аж кигишечку. Да. Вот, причем гараже, не понял. Сам это лучший. Гараже, а он на даче где-то, да? В целом по лицу видно то, что человек образованный, эрудированный и вполне способен выражать свои мысли в прямых эфирах. Явно он с этим связан. Что-то вот выдает в нем вот эту вот жилку какую-то стримерскую. Ораторскую, да? Нет, ораторов мы не поддерживаем. Ну вот я вижу, он злоупотребляет курением. Я не знаю больше. Ну, может быть, по чертам лица можно понять, там он строгий или там наоборот нежный. Ну, он строгий, да, такой злой, как на фотографии. Думаю, он достаточно добрый. Поняли, да? Трудолюбивый, возможно. Но есть плохие достаточно привычки. Какие, например? Ну, например, вот курение. Курить плохо. Конечно. Аж куда курит вот это ваши электронки? Да, по лицу. У него вот первая фотография похожа, да? Нет, какие качества? Там сила, строгость, нежность. Добрый, добрый. Да, добрый, и все. Ну, видно это по лицу. И все. И куриц имеет, вот, судя по этому. Ну да, да, тоже. Стеллажи какие-то странные. А вот он, блин, блогера напоминает, не помню какого. Пашка иди снимает тоже. Курить это плохо. Но он грустный какой-то. Наверное, потому что не курит. Съел хуй невкусный, ёпта. Да захей рот свой. А, ну вот именно черты характера. Там злой, добрый, нежный. Мне кажется, добрым, но грустным каким-то чем-то печальным. Да, такой вот добрый, но такой грустняш в душе. А давайте пофантазируем, что у него в жизни могло случиться, что он вот такой вот с таким лицом сидит? У него аж кудешка села. Да, или девушка бросила, не знаю. Может быть, он деньги потерял, там, криптовалюту потерял, украли. У него ашка, ты посмотри, аж QD. Он явно, он стриминг ведет какой-то. Как по мне, он спокойный, но, честно, выглядит, ну, таким немножко абьюзером. Ну, то есть,
в нем есть какие-то черты, присущие вот такому... С депрессией человеку, да, может, да, уставшему. Какому-то домашнему, но агрессивному в душе. Я не знаю. Он мне знакомым кажется, я не знаю почему. Напоминает. Чертами? Да, черты характера. Ну, умный, может быть. Я не знаю, что он. А хотели бы с таким человеком, чтобы это был там вашим мужем, крашем? Он на Сашу похож, кстати. Нет, я бы не хотела. Нет. Я его не знаю. Ну, если просто предположить, что с таким лицом, вот тебе бы понравился мужчина? Нет. Нет. Ну, такой, мне кажется, типа, постоянно один ходит, курить никому не дает. Ну, типа, такой скромный, но зато умный. Да. Жилка бизнесмена. Бизнесмен. Да, реально. Добрый. Строгий, нежный. Нежный. Как ты думаешь, как его могут звать? Кирилл. Да. Но не Саша? Может, Саша. А Денис подходит ему имя? Нет, не особо. А Валера? Да, Валера. Вот тут симпатяга вообще. Красивый, да? Да. Ну, мужественный больше или женственный, как ты считаешь? Нормально. Ну, блядь, 50 на 50. Ну, мужик серьезный такой, да. 54 на 54, я бы сказал. Я бы отдался, как мопс. Я бы отдался, да. Как кто? Как мопс. Вот с этим? Ну, он уставший какой-то. Он похож на друга Ферамира. Да, это на друга Ферамира похож. Я не помню, как его зовут. Ну, этот, наверное... Да, это же друг Ферамира, точно! Его вроде как-то Андрей зовут, что-то такое. Не помню. Да. Мне кажется, он плохой. Но они снимали подставу с Ферамиром в свое время. Да? Да. Я понял. Дима, я сказал. Это Глотвалакс? Серьезно? Что? Чего? Они не снимали подставы. Серьезно? Он очень похож на друга Ферамира. Да. А все-таки, если говорить про черты характера, там, строгость, злость, вот человек с таким лицом, вот какими может обладать чертами? Мне кажется... Ну, мне кажется, он такой рассудительный, возможно. Ну, то, что он на стримах вот его происходит, и какой он в жизни, вот... Мне кажется, это два разных человека. Да. Мне кажется, то, что происходит на стриме, это как бы для аудитории больше рассчитано на какую-то эмоцию. Ну, да, это образ. Да. А в жизни, мне кажется, он очень спокойный. Да, фэк какой-то. Спокойный? А какой он строгий, фэк. Нежный? Какой больше? Судя по лицу просто. Мне кажется, нежный больше. Нет, мне кажется, он просто, ну, он обычный, ну, спокойный, никуда. Ну, не такой, как на стриме. Больше мужественный или женственный? Женственный. А чем такой человек может заниматься по жизни? Ну, работать ради удовольствия, там, может, песни записывать какие-то. Да, песни, скорее, да, песни. В каком жанре? Молодежник. Ну, типа рэп? Да. Так вот он, блядь, Богдан, приемный сын Дениса и сводный брат Валеры. Сонливый обычный человек. Сонливый. Да, я тоже не могу ничего странного о нем сказать. Так не обязательно странный, просто добрый он, злой, нежный, мужественный, строгий. Ну, по фотографии видно, что строгий, возможно... Не знаю. Мне кажется, он максимально спокойный. Тоже без понятия. Нет, хорош. Он просто фотографии делать не умеет. Мне кажется, он какой-то высокомерный человек. Почему-то вот есть такая... У него нос картон. Сука, ебаная лысина. Из-за нее все видео засвечено. Хоть бы парик одел, а тут за этой ебаной лысиной, блядь, баланс белого ушел, блядь, плюс засветы. Нет, у него нос не картошка, ну, но вот у меня картошка. Высокомерный, может быть, даже есть какое-то лицемерие к определенным людям его
круга общения. Надо следующая девочка. И она мне не нравится. Давайте красивую найдем. Он легенда. Брат какой-то. Это кто вообще? Нахуй ты пену туда добавил? Все минус канал учила, нахуй. Друзья, всем привет. Сегодня мы посмотрим. Ну, согласись, нормально. Есть, конечно, пару моментиков таких вот, допустим, при чем тут пена вообще и я? Почему ты два разных человека людям показывал? Сначала мою фотку, а потом пену ебать. Что за бред? И спросить у них, знают ли... Вот тут темно, лысина, ну, на фоне домов, типа, засвета нет, солнце не светит. Как день, ебаная лысина отражает лучи солнца, и все видео в засвете. Пи***ц, хоть парик одевайся еще раз. Смотрите, высота обычно вот этих вот штук... Ну, как они там называются, поручни, да, метр, ну, там, 80. И вот он стоит, на, ну, сзади них, точнее, ну, напротив их. Метр вот эти вот высотой. Значит, получается, это без сантиметров 40. Метр 40, чел, высотой, жесть. Почему два разных человека были задействованы в этом ролике в одном? Один ролик, два человека, почему? А! Не понял. Алло. А, привет. Привет, брат. Ну, что ты там намонтажировал, скажи мне, пожалуйста. Ну, ты меня торопил, я мог подлиннее сделать, но... Значит, во-первых, значит, начнем с засветов, да, это ебаная лысина твоя, которая бликует на всех дневных кадрах, чтобы в следующий раз парик одевал, да? Значит, вот, потом, в целом, концепция. Ты мне сказал, что там девочки тебе потом после видео телефон, ну, дали, чтобы ты мне передал для секса. Когда передашь? Сейчас кину. Вот, да. Потому что там, ну, если там в следующий раз будешь снимать, ну, тёлок красивых прям поснимай жопы, чтоб крупным планом были, вот так зумом, понял? Наезжай на них прям. Пасеки, вот ссылочка, да. Ставьте лайки, комментируйте. И будет новое видео. Продолжение. С участием меня. Вот, пожалуйста, поддержите автора. Хоть он и лысый, но ничего страшного. Спасибо, брат. Будет продолжение около ЦУМа. Да, ЦУМ, УМ и все. С исправлением всех ошибок. Да, по звуку. И будет тот самый кадр. Помнишь, как я ехал в машине возле Кремля? С тонированными окнами. Да, брат. И этот кадр туда вставим, где я еду на машине возле Кремля с тонированными окнами. И там происходит у меня в машине кое-что интересное. Это секретка. Ага.